матч мог сложиться намного, конечно, легче, если бы забили бы сразу свои моменты, потому что, в принципе, и владели мячом, моментов было много. Вратарь там тащил, попадали в каркас ворот. Вроде забили, чуть как бы игра вроде бы успокоилась, все было под контролем. Ну, как раз последние минуты они уже пошли, выпустили второго нападающего, пошли на нападающего, полный натиск. И там в конце тоже попроще сыграть ситуацию, там выбить мяч, и как бы не было вот этой атаки, которую они забили. Не ожидал такого момента, было немножко опустошение. Но, в принципе, верил, что мы сможем сразу выйти из этой ситуации. Хорошо так получилось, брат здорово сыграл ситуацию, Фарфан здорово открылся и, конечно, исполнил по-мастерски. Енисею хороший был показатель того, что нельзя никак теперь относиться как-то так, либо что уже все, матч выигран до этого, плюс Арсенал идет на хорошей позиции и показывает хорошие результаты. В принципе, это все видят и понимают, что именно на таких соперников, как мы, там, Спартак, Зенит, все настраиваются с двойной мотивацией и выходят именно уже играть там, до победного и биться. Главное нам сразу отталкиваться от своей игры, взять мяч под контроль и, понятное дело, постараться забить быстрый гол, да и, в принципе, доминировать. Устраивает только победа, потому что ну, нельзя подпускать тех, кто пытается нас догнать и вместо Лиги чемпионов. Ну и плюс, конечно, тоже теоретически еще шансы какие-то есть. И пока они будут, надо тоже цепляться за это, догонять «Зенит» как-то.